Если рыба имеет запах аммиака, то, скорее всего, были нарушены условия ее хранения и транспортировки. Или же рыба испортилась еще до того, как ее заморозили, и в ней уже начали активно размножаться микробы. Запах аммиака исходит как раз от продуктов жизнедеятельности этих микробов. Попросту говоря, рыба уже начала разлагаться. А может быть, еще второй вариант, что она была обработана консервантом, который представляет собой продукт конденсации формальдегида и аммиака. В любом случае, рыбу, которая пахнет аммиаком, употреблять в пищу не стоит. Лед на поверхности замороженной рыбы – это норма по российскому законодательству, но его не должно быть более 5% от общей массы продукта. То есть это тонкая, едва заметная корочка. Если же льда больше, вероятно, рыба уже несколько раз размораживалась и замораживалась, например, в результате неправильного хранения и транспортировки, и могла испортиться. Поэтому следите, чтобы льда на рыбе не было слишком много. Если треска продается в индивидуальной упаковке, выбирайте ту, на которой указана масса нетто, то есть масса именно рыбы, без учета глазури. Так вам не придется платить за воду.